Всем привет! В эфире вот эти маленькие пинеточки. И я вам расскажу их историю. Значит, эти пинетки я вязала очень-очень давно. И на сегодняшний день им уже 30 лет. Я вам хотела показать и рассказать о том, что они у меня очень хорошо сохранились. И они у меня живут в качестве предмета интерьера. Вот здесь я сделала такую веревочку из этих же ниток, которые здесь участвуют в вязании. Я эти пинеточки вешаю на ручку шкафа, и они у меня украшают таким образом интерьер. Посмотрите, вот они такие маленькие. Я их вязала из остатков пряжи. Когда я училась в школе, мы вязали мальчикам на 23 февраля перчатки и варежки. Была такая задумка. И вот связав какое-то количество перчаток и варежек, я решила вязать уже из остатков вот такие пинеточки. То есть пряжи как раз хватило. Выбор пряжи тогда был небольшой. И видите, для перчаток и варежек мы выбрали вот такую меланжевую пряжу коричневого цвета. Ну, надо сказать, что вязать было приятно. Это шерсть. А потом я уже дома нашла белую, добавила, и получились вот такие пинеточки. Не знала, как их вязать, то есть сама, видимо, придумала. Давайте рассмотрим подробно. Вот так выглядят пинеточки. То есть, если их расправить, то это как бы длинные носочки. Вот. Здесь платочная вязка. Здесь резиночка 1 на 1. И сверху снова платочная вязка. Но эти пинеточки использовались все это время только как украшение интерьера. То есть ни один ребеночек их не надевал. С другой стороны, мне кажется, что шерсть довольно колючая, и она не подходит малышам. Если пинеточку надевать только на носочек, то тогда может быть. Но они довольно маленькие, то есть это вообще на очень-очень маленького малыша, либо на какую-то куклу они бы подошли. Но так как куклы у меня такой нет, вот, и, соответственно, как-то и не было цели использовать их в практике, то есть только как интерьерную вещь. Здесь связана уже ленточка крючком, сделаны помпончики, вот. Здесь завязано, но у этих пинеточек есть сюрприз. И сейчас я вам его покажу. Сейчас я снова заправлю отвороты. У них внутри. Вот. У них внутри есть вот такие маленькие варежки. Здесь почему-то не заправила кончики. Видимо, не хватило уже сил. Вот такие еще маленькие варежки я связала к этим пинеточкам. И эти варежки тоже на протяжении всех этих 30 лет, они жили в этих пинеточках на ручке шкафа. Ну, такие варежки действительно, они ни одному малышу не подойдут, потому что они очень-очень маленькие. Вот. Посмотрите, но зато как аккуратно связано. То есть как будто здесь, я не знаю, как будто они на какой-то машинке, ну как-то даже, может быть... Короче, очень тонкая, очень мелкая вязка на тоненьких спицах, видимо, я вязала. Сейчас уже не помню номер спиц, но видно, что очень тонкая вязка. Тонкая не в смысле по толщине, а тонкая в смысле мелкая, мелкая. Но зато аккуратно. Сейчас я вам демонстрирую варежку. И здесь все аккуратно. Все. Не знаю, как у меня терпения хватило это все связать. Вот вторая варежечка. Ну, кстати, от времени вот эта белая пряжа немножечко окрасилась, потому что, видимо, сама коричневая была окрашена натуральными красителями и линяла. Вот, ну ничего страшного, от этого они хуже не стали. Моль их не поела, нет. То есть абсолютно все целенькое, немножко колется. Вот такие варежечки. Они у меня так и останутся в интерьере. Я их снова сюда положу. В каждый сапожок, каждую варежку. И снова Они у меня будут жить на ручке шкафа. И у нас пинеточки. Я, конечно, думала, может быть, их, я не знаю, выбросить, не выбросить, но или убрать просто, чтобы они не висели. Но решила оставить как такой сувенир на память. Вот такие пинеточки, которым уже 30 лет.